Пришел мне переходник для заправки вот таких вот резьбовых баллонов. Цена вот этого баллона резьбового, вот у него тут резьба, 200 рублей. Есть цанговые баллоны, у них точно такой же газ, но они стоят от 60 рублей. Ну и чтобы не переплачивать, я заказал переходничок. Вот так вот он выглядит. В комплекте к нему резиночки. То есть все просто. Газ заканчивается в этом баллоне. Вставляется сюда переходничок. И цанговый баллон переливается газ. Одна заправка баллона окупит этот переходник. Цена которого там 100 с копейками рублей. Спасибо.